Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, то, пожалуйста, не забудьте подписаться, оценить это видео. Мне было это чрезвычайно приятно. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои загрузки. Я загружаю часто, от 3 до 7 раз в неделю. Итак, друзья, сегодня мы распаковываем коробку стиля жизни Lifestyle Box, которая называется All True. Представляете? Друзья, это бывшее название у нее Cosbox, сейчас она называется All True, вот так вот она выглядит, очень-очень красивое оформление, это весенняя коробка. Причем зимнюю мы с вами распаковывали буквально неделю или две назад. Помните, я еще жаловалась, что они очень долго отправляют коробки, что не так они мне нравятся сильно, как тоже подписка Lifestyle Fab Fit Fun, тех я очень люблю, это немножечко как бы... Может быть, не совсем как бы доходит, достигает того уровня, на котором находится Fab Fit Fun. Там у них и выбор лучше, и товар как бы интереснее, как-то мне ее больше нравится распаковывать, они навсегда вовремя посылают и так далее. Вот эта коробочка All True, немножечко она как бы на втором месте, она, я еще думала, оставлять нам ее или нет, у меня еще, мне придет точно еще летняя коробка, у меня как бы оплачено на год, да, а потом уже осеннюю мы уже с вами будем решать, но я думаю все-таки оставлять, потому что в любом случае стоит своих денег. В коробку входит, сейчас я вот смотрю тут на компьютер, 6 товаров, да, вот, 6 товаров, и так как я подписана на год, я имею право полностью коробку кастомизировать, то есть я все товары выбираю, это огромный плюс, вот, оплатывает именно сразу на год, да, если вы оплачиваете сезонно, я ее, кстати, получаю раз в 3 месяца, да, 4 раза в год, то у вас нет права полностью коробку кастомизировать, это мне не подходит. Итак, друзья, All True. Замечательная, конечно, компания, на самом деле. Они сотрудничают со всякими вот такими брендами, которые заботятся об окружающей среде и так далее. Я более подробно об этом рассказываю вот в том видео предыдущем. Посмотрите, которая зимняя распаковка. Недавно буквально оно было. И поэтому я очень удивилась, когда они очень быстро выслали весеннюю коробку, так как я вам говорю, что зимняя была буквально вот-вот, только в наших распаковках. Итак, я всегда знаю, что мне приходит, естественно, в ней. Сейчас мы будем смотреть. У меня еще какая была претензия к этой Lifestyle Cosmetics, какая красота. Оформление просто бомбическое, да? Очень красиво. Я эти коробки, если честно, не выбрасываю, всякое в них складываю, как бы. Они у меня для хранения используются. У меня была претензия к этой коробке, немножко товары повторяются в ней. То есть как бы много раз уже были пледы, много раз уже были сумки, много раз уже были всякие чашки. Так как эта коробка, да, она может включать в себя не только мейкап, но и там украшения, товары для дома, короче, всяческие, даже одежду иногда. Поэтому вот такие пироги, даем знать. Вот такой вот красивейший в весеннем настроении буклет. Сейчас я посмотрю, что у нас тут. Здесь наверняка есть какие-нибудь, как всегда, да, вот рецепты и так далее. Классные рецепты, это я люблю оставлять. И потом, возможно, как-нибудь даже можно будет что-нибудь сделать из этого, да. Так, вот здесь на самом деле есть товары, которые вот именно выбор, да, который был. Это хорошо, и здесь есть цены. Поэтому я сейчас его пока этот буклет не буду убирать и буду вам показывать, какие еще были варианты, окей? Да, так и сделаем. Итак, первая кастомизация, первый продукт это... Сейчас, он самый большой. Вот он, как хорошо упакован. Это сковородка. Это сковородка, друзья. Сейчас мы посмотрим, как она выглядит. Отлично упакованная, красивейшего такого цвета, знаете, такое как бы пасхального яйца, да, цвет, вот, с двумя ручками, с ней не идет никакая крышка, но мне кажется, это, по крайней мере, очень практичный товар, написано, что, значит,
что ее очень легко чистить, что она нон-стик, то есть без с антипригарным подкрытием. Ничего себе! Ее можно в духовке использовать. Это меня дело. В духовке можно использовать, то есть это вообще просто замечательно. И она сделана безо всяких вредных примесей. Ничего себе! Вот круто, я очень рада, что я ее выбрала, потому что далеко не всякие вот именно сковородки можно в духовку засовывать, правильно, для приготовления еды. Так, это был продукт, выбор номер один. Слушайте, я вам не буду тогда показывать, потому что я не помню. Так, сейчас, подождите, choice номер один. Или я смогу вам показать? Я не могу понять, если честно. Не, я тогда запутаюсь. Короче, чтобы быстрее было это видео, вот, это был номер продукт номер один. Уже хорошо, да, сковородка. Дальше. А, кстати, она стоит, я могу вам, наверное, цену просто сказать. Стоит она 50 американских долларов. 50 американских долларов. US здесь цены, US доллар. Дальше. Выбор номер два, вот такой вот от бренда Cucho Somatology, я хорошо знакома с этим брендом. И это вот такая вот парочка, баранда-ярочка, это два спрея, я так понимаю, за этот запах мята и шалфей, и это для медитации, для релаксации, вот это вот всякая фигня, они там для йоги всякое производят, этот бренд. А это, интересное такое средство, это Cooling Spot Therapy, то есть тоже мята и зеленый чай, и это средство вы наносите, например, например, когда у вас там голова начинает болеть, или какой-то вы там испытываете стресс, и вы вот сюда вот на височки наносите, вот так вот втираете, это как ароматерапия, и он имеет, это средство имеет охлаждающий эффект, я так понимаю, и вот так вот вы его используете. Интересно, на самом деле, друзья, дорогой бренд, я вообще не понимаю, почему он так дорого стоит, у меня несколько есть продуктов от него. Например, вот этот вот набор стоит 68 американских долларов, с ума сойти, я бы, конечно, ни за что не стала его покупать за полную цену, но... Вот так вот интересно попробовать. Но купила бы я его сама? Не, я бы его сама не купила. Если сковородку, то может быть, но вот это нет. Но как бы надо было что-то выбрать, поэтому я выбрала. Так, идем дальше. Дальше, дальше, дальше. Вообще, я вот вам могу показать здесь. Сейчас, секундочку, как бы вам лучше это сделать. Не, наверное, не получится. Ладно, не будем. Продукт номер три. Интересно, от бренда Бала, вот такой, это, видимо, от слова баланс, да, balance, и это вот такой вот, прикольно, что он идет, этот наборчик идет вот в такой вот упаковочке, очень удобно его складывать и там хранить. Давайте откроем и посмотрим. Цвет мне выпал розовый, но там были варианты, я так понимаю, в розовом цвете, потом в черном цвете и еще в каком-то. Я бы, конечно, черный лучше хотела, но то, что выпало, да. И это вот такие вот две штучки такие. Вот. Вот, видите? И они, ну хотя вот они как бы черные есть, да. Как их использовать? В общем, это sweat sliders называется, то есть это когда вы, например, делаете какие-нибудь упражнения физические или там йогу, что-то в этом роде, то есть вы можете ручки на них ставить или на ножки, да, и чтобы они не скользили, и таким образом как бы вы можете без коврика, например, делать какие-то упражнения, да, вот, мне показалась интересная идея, не знаю, насколько я их... Ну, я попробую их использовать, посмотрим, как бы, как это все работает. Сейчас вот секунду я посмотрю. Как это работает, я не уверена, что делает их, как они утверждают, не скользким, я не знаю, как бы, мне кажется, не знаю, если работает эта штука или нет, напишите, пользовались ли вы когда-нибудь такими, мне интересно будет узнать, но так как, опять же, я говорю, там выбор был не особо какой шикарный, и мне нравится, интересно было бы что-нибудь такое вот новенькое использовать в... Именно вот когда там фитнес, имеется в виду, и все такое. Поэтому, как бы нормально, посмотрим. Так, дальше.
Выбор номер 4. Вот это я давно уже хотела попробовать и присматривала. Кстати, вот те вот эти диски стоят 20 US долларов. Так, дальше. Это, сейчас вам покажу. Это такие силиконовые крышки. Силиконовые крышки. И это вот, смотрите, это такой вот набор, и вы можете их использовать. Вот, допустим, вы какой-нибудь суп немножечко не доели, налили его в тарелку, например, одна порция осталась, вам его надо в холодильник убрать и нечем закрыть, да, и нет под рукой ничего такого. Вот, смотрите, силиконовые крышки, они, видите, тут разных размеров, их сколько получается, 4 штуки, что ли. Так, их можно, ух ты, они даже для микроволновки подходят, и их можно мыть в посудомоечной машине, boiling safe, ничего себе, и даже можно их использовать в морозильной камере. Смотрите, друзья, а нет, их больше, чем 4, вот такая вот малюсенькая, да, и смотрите, они со смайликами, видите? Смайлик. И вот вы, они как бы растягиваются, поэтому вы можете их натягивать на разные всякие, то есть не только на какие-то тарелки, но вот это, например, на какую-нибудь чашечку можно, да. Так, раз, потом вот, и классно, что они все со смайликами и все разных размеров. 2, 3, 4, 5 и 6. Супер! Я уже, если честно, давно на такие смотрела, поэтому, когда в выборе я увидела такие силиконовые крышки, напишите, кстати, пользуетесь ли вы такими, удобно ли вам ими пользоваться и так далее, потому что можно, конечно, закрывать всякими вот этими фольгой и все такое, да, но вот эти прям, они как настоящие крышки действуют, да, то есть они ничего не пропускают, и их можно как бы под любые размеры подогнать, грубо говоря, да, потому что они растягиваются. Вот, супер. Такие крышечки стоят, ну, недорого, 8 американских долларов. Так, дальше. Дальше. Следующий выбор тоже, я как-то ничего, не знаю, ничего мне особо там не приглядела я себе. Ну вот, я выбрала расческу. Расческа всегда, да, я расчески меняю примерно раз в 3 месяца, поэтому... От бренда Kitsch, это хороший бренд, и, как говорится, расческа всегда пригодится, вот у меня уже, который сейчас у меня, она уже постепенно загрязняется от всего, да, там, от продукта, который на волосы наносит и так далее, поэтому их надо менять время от времени. Это такая черная, она дольше прослужит, потому что и грязь не видать, да, вот, поэтому я этому бренду доверяю, это хорошая фирма, и вот, как бы всегда пригодится расческа. Она стоит, кстати говоря, 26 американских долларов. 26, охренеть, да ни за что на свете мы бы такие деньги за нее не заплатили. И последний продукт, он идет почему-то без упаковки, от бренда Ashiana London. Это тоже не могла ничего выбрать вообще. Вот такие вот две резиночки, абсолютно я бы ни за что себе такие не купила никогда. И именно в таких расцветках не заказала. Это у меня пойдет на подарок, потому что я их не буду носить. Но, тем не менее, надо было что-то выбрать. Такие стоят 14 американских долларов. Нет. Так никто в своем уме не заплатит за это 14 американских долларов, но в любом случае. А, кстати, расческа стоит 16. Неправильно я вам сказала, 16. Но в любом случае это слишком дорого для расчески. Так, ну вот и все, друзья, вот такая вот распаковка, пишите, что вы думаете, получается, мы с вами открыли 6, да, 6 продуктов входит. Больше всего мне, конечно, нравится сковородка, я очень удивлена, приятно, что ее можно использовать в духовке, это огромный плюс, вот, так что и размер хороший, не очень большой, не очень маленький, так что сковородка, это очень круто. Дальше, вот это, естественно, практичный очень продукт, который мы обязательно будем использовать. Это тоже практичная, как бы, расческа, она пригодится, в любом случае я их покупаю постоянно. Насчет вот этого я вообще не знаю. Друзья, пользуетесь ли вы когда-нибудь вот такими вот слайдерами, и что они вообще делают, помогают ли они как-то вам? Дайте знать, окей? Я что-то не уверена насчет этого. И вот это, как бы, тоже не мое совершенно. И еще у нас же был наборчик вот этих вот
Это тоже я как бы мэ. Ну, то есть я бы сама не стала покупать. Так что так себе коробка, если честно. Посмотрим, какая будет летняя коробка. И тогда уже будем принимать решение, отписываемся мы от нее или оставляем, да? Ой, потому что, друзья хорошенькие мои, я не знаю, насколько эти продукты стоят того, что мы за коробку заплатили. Что-то как-то это немножечко, мне кажется, не стоит своих денег. Вот. Поэтому пишите, подписывайтесь. Летнюю коробку мы все равно ждем. Мы ее получим обязательно. Поэтому оставайтесь в нашей замечательной компании. А пока мы тогда будем прощаться. И вот, смотрите, вот эти слайдеры, вот картинка, вот она стоит на, видите, как йогу делает, планку она делает, да, и вот они как бы ей помогают, ну, да, может быть, может быть. А пока мы тогда будем с вами прощаться и увидимся очень-очень скоро. Смотрю, тут еще что тут у нас, это, что-то хорошего вам показать, но вроде как нечего. Все. Пока-пока.